На автосалоне в Токио поклонники Mitsubishi рассчитывали увидеть серийные новинки. Не секрет, что японская марка вовсю работает над новым поколением Outlander. Однако три бриллианта ограничились лишь шоу-карами. А главной премьерой стал концепт Mitsubishi Mi-Tech. Особенно интересна тут гибридная силовая установка. В движение большой багги приводят 4 электромотора. Но вместо привычного двигателя внутреннего сгорания для подзарядки тяговых батарей инженеры внедрили газовую турбину. Она может работать на бензине, солярке, керосине или спирте. Именно турбина потребовала установки 4 вентиляторов в задней части кузова, которые так заинтриговали нас на тизере. Благодаря тому, что каждое из 4 колес имеет индивидуальный электропривод, вращаться они могут в противоположные стороны. То есть машина умеет разворачиваться буквально на месте. Тормоза здесь электромеханические. У них высокое быстродействие и точность, нужная для тонкой настройки трекшн-контроля. Любопытные находки обнаружились и в интерьере. В большинстве современных концептов салон строится вокруг сенсорных экранов. Чем больше дисплей, тем лучше. Однако единственный монитор Mi-Tech, притом довольно скромных размеров, расположен прямо перед водителем. Вместо привычного экрана медиасистемы установлен проектор. Он выводит изображение на всю площадь лобового стекла. Поэтому окружающая обстановка, которую водитель видит через стекло, дополняется элементами расширенной реальности. Разумеется, Mi-Tech навсегда останется концептом, но показанные технологии электрификации Mitsubishi обещает внедрить на средних и компактных моделях, а общий стиль может быть использован, например, при разработке следующего Pajero.